Выставка посвящена женщинам в русском изобразительном искусстве. Она делится на две части. Первая часть – это женщины в изображениях мужчин и женщин. И вторая часть – это женщины-художницы в русском искусстве. И даже первая часть, она представлена здесь по темам. Иконы, женщины, императрицы, судьба женщин и так далее. И смысл этой выставки состоял не только в том, чтобы показать портреты женщин или рассказать по картинам об их судьбах, об их историях, но еще и рассказать о русском искусстве. На этой выставке представлены работы разных стилей, работы разных эпох, и от иконописи и до работ 20-х и начала 30-х годов. Значительную часть этой выставки представляет экспозиция, посвященная женщинам-художницам в России. Их называли амазонки русского авангарда. И действительно, в эпоху авангарда, то есть это начало 20-го столетия, было очень много женщин, которые занимались изобразительным искусством профессионально. И они работали рядом с Татлиным, с Малевичем, и в их творчестве есть и супрематизм, и абстракции разных видов. Они были, в общем, очень значительными художницами для своей эпохи. Как и мужчины, они очень много занимались в 20-е, 30-е годы искусством, связанным с бытом. В 20-е, 30-е годы они много занимались искусством, связанным с бытом, создавая новый быт. Делали ткани, делали одежду, делали посуду, оформляли интерьеры. То есть, казалось бы, делали такую неженскую дизайнерскую работу, которая была тогда очень важна. И на этой выставке мы показываем несколько, всего лишь несколько работ именно такого дизайнерского характера, которые делали Попова, Экстер и другие художники. Завершается выставка произведением Веры Мухиной, которая посвящена рабочим и крестьянам. Такая символическая скульптура, которая была представлена на Парижской выставке 1937 года и получила там первые награды. Так что это, в общем, сравнительно небольшая выставка, потому что, конечно, произведений, посвященных женщинам в русском искусстве, гораздо-гораздо больше, но, как нам кажется, она дает представление и о разнообразии русского искусства, и о роли женщин в русской культуре. Questa mostra ha un significato in più. Innanzitutto si inserisce all'interno del cartellone che il Comune di Milano dedica ai talenti delle donne. È una mostra curata da una donna, Evgenia Petrova, direttore scientifico del Museo di Stato Russo di San Pietroburgo, e organizzata e prodotta da un team al femminile, CMS Cultura. E la possibilità di esporre qui a Palazzo Reale a Milano si è concretizzata proprio in virtù di questo anno dedicato alle donne. Le donne che sono tra le figure più colpite dalle ricadute dell'emergenza sanitaria. Siamo noi donne quelle che tornano a dedicarsi all'accudimento dei figli e degli anziani, in un momento in cui le donne sempre di più sono il collante della nostra società. E dunque una mostra che parla sì delle donne russe, ma nelle quali le donne di ogni latitudine si possono riconoscere, partendo dalla Vergine Maria e dalle sante, fino alle zarine, le donne di potere. Essere donna di potere non è affatto semplice. Per poi riconoscersi nelle fatiche dei lavori nei campi e le donne operaie, donne anche dell'intelligenza, come la poetessa Akhmatova, che abbiamo scelto come immagine guida di mostra, quella che oggigiorno si definirebbe una madre coraggio. Lei che ha attraversato la storia, e che l'ha messa in versi indimenticabili. E poi donne che hanno lottato per l'indipendenza e donne che sono diventate strumento della propaganda, arrivando fino agli anni 20 e anni 30 per giungere alle cosiddette amazzoni delle avanguardie. E donne che erano riconosciute dai loro mariti come grandi
maestre e che hanno influenzato le generazioni successive. Gonciarova è Gonciarova, non è la moglie di Larionov. E qui troviamo una sala a lei dedicata, che è una piccola monografica in cui spaziamo dal futurismo al primitivismo e quindi è una scoperta, una sala dopo l'altra, un inanellarsi di esperienze e di emozioni, fino ad arrivare alla grande scultrice Vera Mukhina, che realizza il padiglione dell'URSS all'Expo di Parigi del 1937. E dunque vi aspettiamo, le donne per le donne, alle divine avanguardie.